Приветствую всех во имя Господа Иисуса Христа. Я хочу сейчас демонстрировать одно упражнение физическое, которым я хочу прославлять имя Бога, которому я служу через Иисуса Христа. Мне 56 лет, я в 56-м году моей жизни, и Бог спас меня, исцелил меня из многих болезней, болей. И сегодня я хочу именно этим упражнением прославить Его прекрасное имя. Был момент в моей жизни, когда шея моя была как у маленькой, как сказать, даже не стесняюсь сказать, как у птенца. И мои кости были видны. Я специально оставил все эти фотографии, чтобы посмотреть на это и прославить Бога через это. Людям казалось, что это мой конец, а я знал, что мой Бог всемогущий, что Он может меня исцелить и употребить во славу себе. И сейчас я в здоровой форме уже много лет, и чем больше возраст мой как бы поднимается выше, я начинаю овладеть новыми упражнениями, которые я не делал в юности и по молодости. Когда я был начальником физической подготовки и спорта целой военной мотострелковой бригады в Армении. Пусть Бог благословит свое имя через это упражнение во славу Господа. Это упражнение делается роликом, полным ростом. Я хочу это показать и делаю 17 раз, из которых первое и последнее упражнение я дарю Господа как символ поклонения. Почему? Потому что первое упражнение, когда я это делаю, этим я говорю Господу, что я никто, я не могу это делать. Последнее упражнение, когда я это делаю, я Господу говорю этим: Господи, это Твоя сила, это Твоя мощь, это Ты делаешь. И благодарю Тебя за это, Господи Боже, слава Тебе. Понимаете? Когда Давид постарел, он сказал в псалме эти слова: «Когда я постарею, и силы мои оставят меня, и тогда не оставляй меня». Я не знаю, почему Давид говорил эти слова, что силы его будут оставлять его. Я не знаю, почему он говорил так, но я так не думаю. Потому что Библия говорит, что Бог обновляет юность любящих Его, как у орла. И вот Бог в моей жизни это доказывает, что Он обновляет юность мою, как у орла. И я верю, что таких, как я, очень много у Господа. И пускай Его имя прославляется, Творца неба и земли, через Христа Иисуса, Бога воплощенного, через Духа святости, Духа Бога воплощенного. Аминь. Thank you.
Во славу Бога Отца. Спасибо Господу за это. Слава Христу. Аминь.